14 марта с приятным визитом в Кашхабском районе побывал Государственный оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Республики Адыгея «Русская удаль» с программой «Музыка Северного Кавказа». На благодатной адыгской земле проживают народы разных национальностей – адыги, русские, армяне, татары, курды, кубанские, казаки. Благодаря тесным, дружественным взаимоотношениям культура этих народов за многие годы обогатилась и приплелась, став общим достоянием нашей республики. Вниманию зрителей были представлены обработки адыгских народных мелодий, произведения адыгских, русских и современных композиторов. Начался концерт с произведения русского композитора Василия Андреева «Светит месяц». Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Адыгея Андрей Ефименко. А сейчас, дорогие друзья, нам бы хотелось представить вам юное дарование, которое стало уже профессиональным музыкантом, учащаяся детской школы искусств номер 1 города Майкопа Тимира Брантова, преподавателя Меритуковой Заиды Аминовны. В его исполнении прозвучит обработка Керима Тлицерук песни Умара Табисимова «Что же теперь случилось?» Обработки Керима Тлицерук. Послушайте адыгский народный танец «Хакуляш».
Свой талант и мастерство в игре на народных инструментах продемонстрировали выпускники Кашхабской детской школы искусств Сальби Хубсаруков и Зураб Шаков. В настоящее время они являются лучшими студентами колледжа имени Умара Тхабисимова. Благодаря композиторскому новаторству Кирима Тлицерук мелодии адыгского этноса превратились в развернутые произведения, ставшие классикой исполнительского искусства, на которой учатся ученики школ искусств и студенты музыкального колледжа. В обработке Кирима Тлицерук послушайте адыгский народный танец «Исламей». Исполняет студент музыкального колледжа имени Умара Тхабисимова Сальби Хубсароков. В обработке Ибрагима Агиржанукова для вас звучит Синан, солист-студент музыкального колледжа имени Умара Тхабисимова Зураб Шаков.
Николай Нариманидзе. Кавказский танец.